приготовим очень вкусное блюдо – колечки из кабачков с сыром. Это блюдо покорило меня с первого вкуса. Я даже не подумала, что это кабачки. Это очень вкусно! Нарезаем кабачки вот так. Сначала не полный надрез, потом делаем полный, как бы гармошка. Натираем сыр на мелкой терке. Я взяла сулугуни 100 грамм. Яйца разбиваем, добавляем соль, перец по вкусу и взбиваем венчиком. В отдельную тарелку насыпаем крахмал. У меня кукурузный 50 грамм. Кабачок кладем сыр натертый и обваливаем в крахмале. Потом окунаем его в яйце. Разогреваем сковороду и кладем масло. Жарим кабачки с двух сторон. Переворачиваем до золотистой корочки. Сыр там внутри расплавится, кабачок внутри мягкий, снаружи поджаренный. Очень вкусно! Соус к этому блюду я рекомендую такой. Сметана, укроп, чеснок, соль и перец по вкусу. Вот такое вкуснейшее блюдо из кабачков и сыра у нас получилось. Готовьте с любовью и удовольствием, и все у вас обязательно получится. А сегодня пока-пока!